Ребята, всем привет! Я начинаю сегодняшний свой влог из Парижа, но буквально через пару часов мы отправляемся в аэропорт и едем в Ниццу. На самом деле у меня просто прекраснейшее настроение, потому что я вчера сдала работу в университете, которую я писала 3 недели, я сдавала ее устно, целый час я рассказывала ее, и я горда собой, я горда, что я справилась. У меня еще, правда, где-то 5 или 6 таких работ в ноябре будет. Но это была первая. Я где-то год, наверное, ничего не презентовала устно в университете, поэтому немножко отвыкла. Плюс ко всему, у меня с сегодняшнего дня неделя каникул, которую, я считаю, я очень заслужила. И еще у меня во вторник день рождения, 30 октября. Поэтому на мой день рождения мы летим к нашей подруге в Ниццу. В Ниццу же приезжает еще один мой друг из Лондона, и мы будем отмечать мой день рождения, каникулы. В общем, я безумно счастлива, особенно счастлива улетать с небольшим облегчением на душе, потому что я сдала одну работу, потому что каникулы, я не буду пропускать университет. В общем, хватит болтать, беру вас с собой в маленькое путешествие. Приехали на барахолку в Антибы, и на самом деле здесь очень классно, я еще такого не видела. Посмотрите, здесь огромное место, и здесь столько всего интересного. Какие тарелочки, вазы, подсвечники, мебель, картины. Вау, посмотрите. Даже Ленин здесь на Лазурном берегу. Да. Я напишу адрес, если вам интересно будет сюда прийти, но я не знаю, как часто здесь проходит эта барахолка, но мне кажется, что довольно часто. На самом деле мы поискали эту барахолку, наверное, 1,5 часа мы бродили по Антибам и наконец-таки нашли. Сегодня понедельник, мой 3-й день Ниццы, 2-й полный день. Я до этого особо не снимала, но сегодня, сейчас, вернее, мы с Евой. Ева, привет. Собственно, кому мы сегодня приехали в гости? Мы сейчас едем встречать в аэропорт Оскара. Оскара вы, наверное, помните. У нас такая рижская здесь тусовочка собирается. Да. С погодой нам очень не повезло. Вот так вот темно, и постоянно идет дождь. Started wearing this and going no more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I'd never seen before. Cause ever since I left the city. Кого мы встретили в аэропорту? Оскара! Оскар, погода тебе не рада? На самом деле, мне тепло, и она лучше, чем в Лондоне сейчас. Ну, она лучше, чем в Лондоне, но как бы... В Лондоне я замерзал дико. Третий день. Мысли вслух, речь о том, как мы хотим. Всем привет! Сегодня мой день рождения! С днём рождения! Мы сейчас идем на завтрак в какое-то место. Сегодня прекрасная погода, вы даже не представляете, как я этому счастлива, потому что все эти дни лил ужасный дождь, я еще не видела ни разу солнечной Ниццы, и мне повезло, что именно в мой день рождения солнышко наконец-таки выглянуло. Какое солнышко! Красота! Мы сейчас завтракаем. Я безумно счастлива, что Оскар вместе со мной в этот день. Представляете, вы с Оскаром знакомы целых 13 лет. 13 лет. С 1-го класса. Правда, мы, конечно, не общались так. Да. До 9-го класса. Да, и вообще я счастлива быть здесь сегодня, потому что это город, в котором я еще никогда не была. Это Франция, которую я очень люблю. Но в то же время я со своими старыми друзьями. Оскар, Ева с нами. С Евой мы тоже. С Евой мы вообще знакомы с пеленок. С 2 лет, мне кажется, мы вместе, мы в садике были.
И сегодня мы все вместе собрались в Ницце. По-моему, это очень классно. Я даже не знаю, что сказать. И чумового настроения, и самых преданных друзей. Идеальный праздничный завтрак. Али и Дэви, господи, что с вами? Открытые хроники в отношении Али и Дэви. Она ему что-то показывает. Мне немного холодно, и мы, наверное, поедем сегодня в Монако. Какой я блогер! Узнал себе пару видео интересных. Мы сейчас пришли в Музей современного искусства в Ницце. Очень-очень хочется туда попасть, но мы с Оскаром забыли свой студенческий дом, а студентам бесплатно, не студентам 10 евро. Сейчас нам придется как-то доказывать, что мы студенты. Ура-ура, у нас получилось! Прокатило. Да-да-да. Мы как будто бы на уроке математики. Учитель математики гордилась бы нами. Спрашивай, давай пойдем. Куда? Да. Ну, сказал, давай в Монако пойдем. Не хочешь в Монако? И мы едем в Монако. Мне кажется, что самое интересное в этом музее — это терраса, крыша на самом последнем этаже с шикарнейшим видом на Ниццу. Да, ребята, обязательно посетите Ниццу, если у вас будет такая возможность. Мы to you! С днём рождения! Мы едем в Монако, а еще мы снимем одно кое-что интересное. Наша компания. Оскар все снимает для своего клипа. Кики, are you ready? Из парковки мы сразу оказались в таком парке. Вот это знаменитое казино Монте-Карло. Тут очень красиво, но сейчас мы поедем в еще более красивое место. Это место во Франции. И это буквально вот та гора, мы поедем за нее. Место называется Тет Душьен. И там будет вид с одной стороны на Ниццу, на Антибы, а с другой стороны на Монако. И я думаю, что там будет еще красивее, чем сейчас здесь. Приехали на это место. Просто посмотрите, какая здесь красота. Мы хотели успеть к закату, но так как уже конец октября, темнеет довольно быстро, и мы уже, в принципе, почти в темноте.
Что за огромная форма? Такой у нас праздничный ужин. Взяли весь ресторан. Мы можем. Look at that. Happy birthday! Come on, girl. Okay, come on. Okay, okay. Can I? Yes. Do it, babe. Happy birthday! Сегодня предпоследний день в Ницце. Вчера был мой день рождения, мы просто чудесно его справили. Я просто не могла представить себе лучшего дня рождения. Спасибо огромным моим друзьям, которые были со мной в этот день. А сейчас мы с Оскаром. Оскар меня сейчас снимает. Мы сейчас гуляем по стареньким улочкам Ниццы. Тут безумно красиво, знаете, вот город совершенно не похож на Францию. Мне скорее напоминает Геную, Италию, а в частности Геную. Очень красиво, узкие улочки, милые, потрясающе. Так что поснимаем сейчас для вас красивые кадры этого города. Еще мы с Оскаром фоткаемся на такую одноразовую камеру, потом Оскар вернется в Лондон и пришлет мне фоточки, которые мы здесь наделали. Once we've both said our goodbyes.